Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников. Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилией с помощью направленных антенн. Но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан. От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Ни малейшего признака их радиомаяков, сэр. Мы здесь все сдохнем нафиг. Будем держаться вместе, не умрем. Ну, сука, и колымага. Хочешь, чтобы я села за руль? Нет, но я справлюсь. Я вперед перелезу. Без еды и воды мы долго не протянем. Осматривай назад, Рэйчел. А далеко до этой чертовой авиабазы? Ты точно в порядке? Давай я буду делать. Да никогда в жизни, Катя. Почему ты не можешь мне просто довериться, ирландец? Да хорош уже. Я ни хрена о тебе не знаю. И вообще, ты за что сражаешься? Знаешь, забудь. Да ну, а ты попробуй. Я познакомила Дзиндзе со своими родителями, братьями и сестрами, и с детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда. На следующий день пришли войска Чана и сожгли деревню. Их всех убили. Постой. О-о. Похоже, теперь моя очередь. Ган, мне жаль, хорошо? Доверие надо заслужить, ирландец. Вот дерьмо! Шоп-шоп-шоп! Русские. Думаешь, они нас заметили? Не шевелись, и все будет в порядке. Это, по-твоему, в порядке, Хана? Нужно сваливать отсюда, их слишком много. Тихо, морпех! Давай, давай, пошли вперед! Все в порядке, брат? Камеры, датчики. Все чисто, у нас 3 минуты. Это что, наблюдательный пункт? Да, давайте, надо уходить. Вы нас чуть не засветили. Смотрю, вы морпехи. Отряд могильщик, 7-я флотилия. Да? Сам-то откуда? Бруклин, восточный Флэмбош. Школа Тилден или Вингейт? Джордж Вестингаус. Правда? Да ладно, мой брат туда ходил. А у отца ресторан в Браусвилле. А с тобой кто? Рейкер, командир отряда. Китаянка-разведчик и просто хороший человек. Как добраться до авиабазы? Только чудом. Дайте я вам покажу, с чем вы имеете дело. Тут повсюду русские. Мы потеряли авиабазу, и нас оттеснили к старому городу. Нам нужен транспорт на запад. Где ваш командир? В старом городе, если пробьетесь. В километре на восток. Ориентируйтесь на голубой купол и найдите майора Гринланд. Ее вы не пропустите. Эй, установите связь с Гринланд и сообщите ей. Да, сэр. Лучше выхода нет? Так точно. У вас в машине осталось что-то, что вы не хотели бы отдавать русским? Разве что их интересует грязь. Рейкер, так? Когда это закончится, сходите всем отрядом в ресторан моего отца. Горячие пирожки малины. Лучше им понадобится с курицей. Ну что, морпехи, готовы? Сжигаем все и исчезаем отсюда. Давайте! Лучше им понадобится с курицей в городе. Черт, как я есть хочу. Старый город далеко, и это все вражеская территория. Когда доберемся до воинских частей США, нужно отправить сообщение на Валькирию. Гаррисон ведь знает, кто у него на борту, так, Ханна? Знает, но только он. Чем меньше людей в курсе, тем лучше. Гребаные русские помогают Чану. Наши данные подтверждены. Рэкер, ПТРК на крыше. Какие?
какие данные? Из Баку, за которой погиб Дан. Убрали!
меня, ложи! Смотрим за флангами! Редко бьете, сержант! Прямо по курсу! Видите? Подкрепление! Скорее!
Старый город. Через мост. Пошли. Посмотрим, пустит ли нас Гринленд. Могильщик, так? Спасибо за поддержку. Нет проблем, Морпех. Рад помочь. Проход свободен. Могильщик, майор Гринленд вас ждет. Рады видеть вас, парни. Вы, наверное, прошли там через ад, чтобы добраться сюда. Ух, как в животе учит. Слышь, Морпех, есть что пожрать? Да, там пайки у штаба. Не стесняйтесь. Спасибо. Нет, я так не думаю. А? Что? Ладно. Хорошо. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Тут никто не спал и не ел уже 3 дня. Это вы, могильщик? Да, мэр. У нас полчаса, пока русские не вернулись. Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить ЕРП. Индивидуальные рационы питания. Понятно? Идите. Майор, я... А вы за ним. Похоже, мы нашли Гринланд. Пошли, Рэк. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы докобы, да во рту росли грибы. Наша Валькирия, наверное, уже в Красном море. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно нужно найти транспорт на запад. 3 дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие наземные части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали, и в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Положите, а не то разнесете все вокруг. Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемы. Берег под плотиной прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? А мы здесь. На высоте. Все наши части на высоте, как и аэродром. Из гражданских кто-то остался? Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. Так точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, майор. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Перевести можно. Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет вам тогда транспорт на запад. Спасибо, майор. Осматривай за взрывчаткой. Я за руль. Я не уверена, что это хорошая идея. Я убежден, что хуже идеи быть не может. Поездка туда не из коротких. Рейкер, выглядишь погано. Приляг и отдохни. Разбужу, как подъедем к дамбе. Ирландец? Да. Ты говорил о людях, ждущих тебя дома. Кто они? Она и трое. Вот это, блядь, да! Ага, огромная. Думаешь, взрывчатки у нас хватит? Если правильно разместим, то хватит. Начнем отсюда и заложим заряды по периметру дамбы? Видишь, в середине. Похоже на слабое место. Разместим там основной заряд. У тебя диплом инженера?
Мой диплом инженера сродни твоему диплому медика. Вообще-то у меня есть диплом медика. Ты точно уверен? Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рек. Осторожно. Идет вертолет. Рек, осторожно.
Найди способ попасть внутрь. Должен признать, Ханна, ты знаешь, что к чему. Обычно сотрудники личной охраны на поле боя не ориентируются. Выбора у меня особо нет, ирландец. Да ладно. Дело явно не только в том, что тебя приперли к стенке. Ты что-то скрываешь. Точно говорю. Все еще темнишь чего-то, секретничаешь. От старых привычек трудно избавиться. Согласен. Я не всегда состояла в охране Дзиньцзе. Я вызвалась добровольцем, и меня перевели. Откуда? Зря стараешься. У девушки должны быть секреты. Ты ведь тоже мне не станешь рассказывать все о могильщике. Это правда. Не сомневаюсь. Чан наш враг, и мы на одной стороне. Но после того, как все уляжется, а я верю, что мы победим, тогда я буду нужна Китаю. Понимаешь, я ведь не могу просто взять и забыть, кто я и откуда. Я тебя понимаю. Было. Электричество отрубили. Блин, уходим быстро. Пошли, пошли. Ладно, мы тебя прикроем. Твою мать. Вот они. Есть! Коридор расчищен! Теперь нужно установить второй заряд! Рэкер, твой выход! Мы прикроем! Выход свободен! Они прорвались! Осторожно! Огонь!
последний заряд. Прикройте меня. Морпехи любят воду, да? Мне пришлось вытаскивать ирландца того, из кучи. О чем вспоминать не будем, Ханна. Невероятное везение. Наверное, поэтому тебя и зовут ирландцем. Если бы. Рекер, пошли. Давай, Рекер! Пора уже валить. Пошли. Это Гринланд? Полагаю, да. Она обещала нам транспорт. Пошли. Надеюсь, что с Дзиндзе все в порядке. Жертвой аборта. Черт! Если бы это было возможно, я бы вас сама убила. Молодец, Рекер. Русские зенитки выведены из строя. Воздушный мост снова открыт. Майор, как бы нам попасть домой? Я вас подброшу. Вы сказали, что вам нужен транспорт на запад. У вас на подготовку где-то 2 минуты. Часы тикают, придурки. Мы
думаем, что Валькирия направляется к Суэцкому каналу. Не волнуйтесь, будет вам Суэц. Но если ваш корабль там, им понадобится любая помощь. О чем вы, черт возьми, говорите? Следи за языком, сынок. Китайцы захватили северную часть Суэцкого канала, а мы ее забираем назад. Ваш корабль попадет в такое говно. Удачи. Спасибо, майор. Вам спасибо, ублюдки. Забирайте их отсюда. Если Чан захватил канал, Цзиньцзе направляется прямо к нему. Вперед, в руки. Насос. Мы должны вернуться. Если за ним. Если действительно везучий, то утонул. Ты в порядке? Ирландец. Это потому, что ты пьешь виски? Я уже 3 года не пью. Ты ходил в университет Нотр-Дам? Нет. Меня называют ирландцем, потому что у меня... Счастливого пути!